на днях мне сказали, я имя называть этого человека не буду, в Делиме. Делиме. Все время говорит, один мой очень близкий человек, имя не хочу еще раз называть, ругал муфтият. Несколько лет. Отдельно от этих ребят, от этих подлогцев, когда они начали нас ругать, они соединились, говорит. Джамия нашли между собой. Это человека я знаю лет 20-30, знаю этого человека. Я его вызвал себе прошлой неделе, и я говорю, на каком основании ты нас ругаешь? Ну, конечно, он не будет разговаривать. Я вчера отправил к нему его жену брата. Я говорю, несколько лет, когда про нас плохо говорил, у него, наверное, есть много что. Пусть, говорю, пишет, мы готовы исправить. Он же не простой человек, он ученый человек. Я просто мне сегодня не хочется, если он дальше написать не будет, я его имя назову. Он 10 лет критикует. Я говорю, имя тоже не напиши, отправил его. Я говорю, пусть наши недостатки пишут, и мы исправим это. Мы не будем смотреть, там он младше, старше. Мы готовы здоровые критики. Он говорит, у меня нечего, я решил для себя занимать позицию молчать. Видишь, подлость человека. 10 лет травил людей, а сегодня, видите ли, для себя выбрал позицию молчать. Нет, я его имя назову. Я еще раз сегодня ему сказал, звони к нему и скажи, нет, назови наши недостатки. Вот у них какое основание. Почему не идет человек, который про нас плохо говорит? Говорит, мы же братья, у тебя вот такой недостаток, исправ. Нет. Они, видите ли, там находят своих сторонников и их травят своим ядом. Они думают этим. Юридуна ан ютфиу нураллах, ва абаллаху илля ан ютима нурахо. Аллах же так не оставит. Если они думают, ладно, меня прости. Нет. Ладно, не прости, Аллах не понимает. Аллах не оставит их. И результат вы увидите в их детях. Иншаллах. Не переживаем за это. Мы не переживаем. Мы нормально воспринимаем. И даже в этом случае критику принимаем. Будем исправить себя. Они вот это как Делимский, вот это не хочу его обозвать тоже. Как Делимский, потом они скажут, мы решили занять позицию молчать. Конечно, они будут молчать. Но Аллах заставит их части тела разговаривать. Конечно, они не будут говорить, потому что у них на ртах будет печать. А руки, ноги, это другие, все скажут. Мы вот так обливали грязью этих хороших людей. Они так скажут. Они так скажут. Алхамдулиллах. Вы не думаете, что я переживаю. Я за вас очень рад. Алхамдулиллах. Еще вот этих делимцев, вот это делимцев, этого хочу сказать. Когда они говорили, не делайте это, зачем вы против муфтията, вот их критикуете. Когда кто-то говорил, их вызывали они на свой круг и наезжали на них. Ты что можешь так говорить? Откуда ты знаешь? Их ругал. А сейчас молчит. Тогда почему не молчал? Эти мунафики, они до каких пор будут под разными масками скрываться они? И среди нас, как будто они ни в чем не повинны овечки ходить. Конечно, мы их не наказываем, но хоть должны же знать, какое у них лицо, какая у них маска. И каждый раз шапку меняют, эта власть меняется, черный отдел, красный отдел, белый отдел. Так же не бывает. Аллах же не оставит. Аллах же лицемеру, мунафику же, Аллах же не любит.
70 лет некоторые люди говорили, что человек произошел от обезьяны. Да, могли они кого-то там напугать, там кого-то убедить, хоть через 70 лет же выявилась истина. Здесь тоже выявится. Здесь тоже выявится. Тогда 70 лет понадобилось, что выявилось, а сейчас нет. Это век компьютерный век. Время быстро идет, сейчас быстро выявятся они. Это не то, что 70-100 лет тому назад это было там на верблюдах, на ишаках люди ходили. Когда в Мекке Луну видели, в Медине невозможно было сообщить, что там мы здесь Луну видели. Потому что 400 километров как можно преодолеть? А сейчас нет. Вы компьютерные, их лица тоже, Аллах быстро выявит их, истинное их лицо. Кого я знаю, я буду называть. Ему дал 1-2 дня, он сюда придет, если он не скажет наши диасаги, я его имя назову, чтобы все знали, что он мунафик. Я не говорю, он мунафик там, ихтикады. Вот это явный мунафик же, 10 лет нас ругает. Я говорю, ну назови недостатки наши, мы же хотим исправить. А я говорю, хочу молчать. Когда они вот так поступают по отношению ислама, тариката, они думают, там чей-то заказ они выполняют, и этим все закончится, люди забудут. Люди забудут, Аллах не забудет. Аллах их напомнит им, людям, вот так было, такой-то день. Напомнит Аллах. Они надеются, что люди забудут.